Запись пошла. Приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Это игра Far Cry 3. Прохождение человека, никогда ранее не игравшего в компьютерные игры. Продолжаю проходить игру Far Cry 3. Прошел примерно четверть игры. Вот. Игра становится все сложнее и сложнее, но мне пока нравится. В прошлой серии мы выполняли задание какого-то бывшего военного, якобы по имени Бак. Доверие он мне явно не внушает. Мы должны ему достать какой-то ножик, который, как он говорит, сам называется хуёжик. Но что-то мне подсказывает, что когда мы этот ножик достанем, Бак попытается нас обмануть. Вот доверия ему нет никакого. Он уже дважды нас подставил. Сейчас, я думал, буду пытаться подставить третий раз. Где он вообще? Вот он. Вот мы, вот Бак. Ну, давайте пойдем к Баку, что делать. Очередной раз. Опять он нас сейчас заставит заниматься какой-нибудь херней. Так. Тут тигры всякие, поэтому я лучше сяду. О! Сяду в машину. Так, как нам до этого Бака доехать? Здесь очень тяжело ездить на автомобилях. Вот, кстати, олени. Олени нам были нужны для какого-то... для перевязи какой-то, что ли, для гранат. Ну, ладно. Тут помимо оленя еще и тигр, поэтому ну-ка его нафиг. Поехали лучше к Баку. Так. Долго еще до него ехать-то? Так, здесь это свои. Ребят, как вы тут ездите? Что же вы опять врезались в машину-то? Блин. Ну где этот гамадрил-то, ё-моё? Опять тут кто-то хрипит. И валяются несколько трупов. И женщина сидит живая. Ну ладно, женщину убивать не будем. Она ничего плохого не сделала. Вот здесь куча зеленой травы. Давайте выйдем, может, ее пособираем. Так. А где трава-то зеленая? А, ну вот только одна. Это я чувствую, мне сейчас опять придется здесь воевать со всеми подряд. Уже кто-то стреляет. Ё-моё. Нет, это кто-то на машине едет. Надо аккуратнее. Вы что, больные, что ли, мужики? Вы кого так испугались-то? Ну, народ здесь, ё-моё. Так где этот придурок, блин? Что-то мне подсказывает, что он меня вот эту клаку сейчас заставит лезть. Где ты? А-а-а. Вот ты куда залез. Ну, давай я пока ящики тут пообсматриваю. Ух ты, а тут целый арсенал. С одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой... это свидетельствует о том, что сейчас тут будет... А почему не берешь аптечку? Их слишком много, что ли? Вот он, блин. Стоит. В сексуальной позе.
Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хэ? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Лин Кон. И Лин Кон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и пошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Откуда ты все это знаешь, блин? Сокровище в шахте. И опять исчез. Вот сука. Так. Ладно, сейчас пойдем. Вот туда бы не... А, мы еще можем вот тут спуститься. Ну, не знаю, стоит нам это делать или нет. Мулет кабан. Что-то мне кажется, эта шахта пустой не будет. О, блин. А, мне в лифт, да? Давайте, тут тупик. Класс. Блин. Прямо под обвал. Я уже вижу там чью-то башку, блин, в красной бандане. Ну откуда ж вас здесь-то, ребят, столько? Здесь-то вы откуда взялись? Шахтеры ебаные. Еще я должен сделать. Жопа, жопа. А мужик вот этот не видит, что на него едет тележка. Ты сядь, блин, придурок. Твою мать. Ну и жара, блин. Лучше пристрелите меня. Сколько вас здесь, блин? Китайцы, японцы, британцы. Всем по куску острова досталось. Ну, только тебе ничего не досталось, да, мужик? Вон стоит этот хрен собачий. Лежи тут. Тут стали, кстати, появляться мужики с коктейлями Молотова. А у меня там какой-то был навык. Уменьшенное поражение от огня. Но тут еще сейчас орал. Жаловался на свою тяжелую жизнь, блин. Где ты, блин, зараза? Он ходит, блин. О, напрасно тратишь время. Блин, их тут двое. Трое. Ну что, придется и в них гранат кидать. А что я с ними еще сделаю? Не надо так орать. Ты много где мог свои вещи просрать. Понял? Расслабься, найдешь. Так, один ушел. Ну, двое как сидели, так и сидят там. Не. Они вообще никто не уходит. Да на тебе, ладно. Началось.
вот что-то они, блин, стали, да, кидаться-то. А, блять, во что ты уперся, что ты жопой-то не идешь назад? Бля, вот. Блин, вот очень вовремя, ё-моё! Да пошел ты сам. Очень вовремя, блядь, перезарядиться решил. Ну я не знаю, как тут проходить, их там целая толпа, как их убьешь. Давайте хоть патроны собирать. Же, как ты так стреляешь, вот не глядя даже куда? Я думал, только я так умею. Так. Ну что, патронов больше нет? Давайте труп какую-нибудь берем. Пакетик кокаина. Очень мне пригодится в борьбе с ними. Так, ну что, мужики, еще кто здесь есть? Блядь. Надо бы. Да не надо, мужики, смотреть. Все хорошо тут. Никого тут нет. Конечно, ничего, ты как думал? И что дальше мне делать? Наверное, как-то надо использовать вагонетку, я так предполагаю. А, и за ней что ли идти? А, нет, за ней идти было не надо. Зато сейчас придут за мной, я так чувствую. Я их плохо вижу почему-то. Вот тут какая-то дымка, блин. Ну там их еще, блядь. Давай, давай, ребят. Где вы там? Ну где вы там, ебаный в рот, блядь? Патрон не берешь, много что ли? Там кто-то еще, блин, есть. Тут пыхтит, блин. Ну где ты, сучка? Лучше он где-то. А, вон он, блин. Говна кусок. Уходи, уходи! Где бы ты ни был? Вообще-то я не в настроении для барбекю. Да? А пивка не хочешь выпить? Вот лежит. Я их что-то не очень хочу обыскивать, это долго, и если меня здесь убьют, я боюсь, что все это блять, ну ёб твою за ногу. Я боюсь, что это все пропадет у меня. То, что я с них, блять, да что же это такое-то, а? И перезарядил калаш. Нахуй ты его перезарядил. Забери обратно. Так. Давайте лучше патроны будем подбирать, а все остальное, ну, не знаю. Что они вон хреново отбираются. Да. Надо прям очень точно так встать над ним. Склониться, блин. И тогда он только его отбирает. Так, у меня вот туда. А здесь что? А здесь ящик есть. Ограбили контейнер. Так. Контрольная точка достигнута. Ёб твою мать. Здесь снайперюга. Здесь у нас снайперюга. По-моему, еще и не один. Снайперы. Блин. Надо притормозить. Он меня за этой хуйней, интересно, увидит или нет?
А вы как меня увидели-то, кто бы это ни был? Это простое наблюдение. Блять. Вон он, скотина. Да меня тут... Вон еще один. Так. Кто еще тут есть? Кроме снайперья. По-моему, снайперье закончилось. Давайте, не знаю. А кто еще, блять, там на той стороне, что ли? А, вон стоят. Ну, хоть снайперов вроде больше нет. Давайте этих попробуем. Ну, я этого убью, тот сейчас увидит, начнет орать. Так. Блять, откуда вот они еще сейчас полезут? Вон он вышел. О, да. Лежал, бля. С этим опасно, это бегун, блин. Ну куда ты делся-то? О! Ёб твою мать. Чёрт, сколько трупов? Да, мужик, ты прав. Только ты где ты, ёб твою мать? Ну ж мне не надо, чтобы он сейчас резко на меня выбежал откуда-нибудь. Или начал в меня чем-нибудь кидаться. А вон он бегает, блин. Придурочный. Блять, не успел. Найти. Блин, я хочу его просто завалить, потому что он мне не кидался бутылками. Вон он. Блять. Остановись, а? А, все, понятно. Вот зараза, и не дохнет еще, блин. Дохнет только далеко не с первого раза. Точнее, не сразу. Надеюсь, он не взорвется. Так, кто? Ну что, пойдемте на ту сторону. Не знаю, что еще нам делать. Ребята, вы откуда взялись? Вас тут не было только что. О! Блять, тяжеловес! Так, тяжеловес. Ну чё, сука? Иди сюда, пида. А где он? Вон он. Да. Так, ему, походу, дело похрену в огнемет. Ладно, понял. Огнемет, значит, мы убираем. О! С какого же места мне придется начать? Ну ладно, ничего не поделаешь. Зря я, конечно, так попер на тяжеловеса. Ой, блин! Вот, сука, надо же ему было отступить. Пидорас, блядь. Вот гандон.
сука, опять не попал, ёб твою мать. Так, кто тут дальше был еще? Опа. Неожиданно как-то он тут для меня оказался. О, ну все. Кто там, блин? Блядство, а? Пиздец, не попадаю. Так, ну это ж не все еще. Тут явно еще кто-то есть. Так, вопрос, что мне делать с тяжеловесом? Так, кто? Вон он, блин. Сука, ну вот. И не попал. Снайпер, а ты как думал? А хуй ты там, блядь? Недолго ты танцевать-то будешь? Уёбок, блядь. Ну и дальше-то что? Ну на, так что ли? Блядь, она не поп... Ёбаный в рот. Но еще и не попал опять в него. Ой, блядь, вот пиздец какой, а. Вот сука, а. О, в себя кинул, молодец. Сдохнет наконец уже, скот вонючий. Так, ну что, теперь выползет тяжеловес и еще какой-то хрен. Что делать с тяжеловесом? Тяжеловеса надо пробовать коктейль Молотова кидать. Так, тяжеловес, ладно. А хотя что, ладно, на. Ты сгоришь или... Блядь. Как он долго разворачивается. Так. Падла, а. Что-то не выстрелил-то. Хуйло, блядь. Вот. Тоже еще, блядь. Это все! Где, блядь? Где бы я? Вот что с ним делать? Ну, все-таки огнеметом его как-то сжечь получится, нет? Слышь ты, блядь, хуйло. Щекотно?
сукин потрох, блядь. Возможно. Все-таки убивается он из огнемета. Блин, вот по логике вещей, сними с него бронежилет, его даже огонь не берет там в нем. Ну нет, нахуй нам это надо. Так. Стало быть, мы куда-то наверх. Давайте перезарядимся. Ну, вроде у нас все нормально с патронами. Так. Проберитесь через пиратский лагерь и перейдите через мост. А что под землей вообще пиратский лагерь делает? Вы мне не подскажете? В общем, есть несколько способов убить тяжеловесов, но как бы они все очень сложные. Так, мне куда? Мне вот туда. Вот еще патрон. Да, так, здесь аптечка была. Давайте вылечимся. И аптечку возьмем. Патроны что, у меня много? Гранат нет. Ну ладно. Что-то не пос... Блять, может тут пробегать надо? Придумал. Обрушу крышу. Это хорошо, что ты придумал, но я сейчас сдохну. Он не лечится еще к тому же. Я не понял, что надо делать. Вот иногда здесь реально зависают некоторые кнопки. Он то не перезаряжается, то не лечится. Не зависают, а я не знаю, что... Не выполняют свою функцию, скажем так. Обрушу крышу. Мне надо вот ее здесь... А там что, откуда снайпер, блядь? Я же там всех убил. А вот так тебе надо крышу-то обрушить? Там их целая толпа, ее. Там снайпер опять. Так. Блять. Еще будут? Обрушу крышу. А вот. А мне вот эту надо обрушить. Я не сразу это понял. Еще надо, что ли, крышу обрушить? Блять, а там снайпер. Крышу я сейчас ему обрушу, блин. Какой-то мудак еще, давайте его ебанем, если получится. Ну и сгори там. Кусок говна, блядь. Так, говорит, обрушить крышу. Ну вроде... Давайте вылечимся опять.
У меня плохо, что нет ни гранат, ни... А, коктейль Молотова есть. Так. Ну где там еще? Ну, какой-то ящик есть. Будем ящик обшаривать. Ну давайте обшарим. Прилезай, ёб твою мать. Угу. Ну что за этими воротами меня ждет? Поговорите с Баком. Сокровище в шахте. Давай. Вставляй. Что-то мне подсказывает, что это не все еще. Блядство. Вот вопрос, что он здесь жрет, вот этот крокодил за этой дверью? Здесь же никто не живет, никаких животных нет. Да, это не страшно. Да? А вот если отсюда ебанусь, мне кажется, будет страшно. Тупик. Чё тупик? Вот. А, тут вот какое-то кольцо. Угу, ну-ка давай. Так, я пока играть не могу. А, вот, теперь могу, наверное. Бля, ребят, ну если еще и тут, найдите скрытый проход. Если еще и тут будут пираты, ну это вообще тогда пиздец. Вместо пиратов здесь вараны. Так, ребят. Здесь главное не ебануться. Может, не сразу прыгнуть... А, я боюсь, я тут не перепрыгну. А, я перепрыгнул или как? Так. И змея где-то еще... Шипит, сука. Так. Ну, блять, я змей нахожу только одним способом, блять. Пока она мне в руку не вцепится, нахуй. Так. Почему у меня плохое предчувствие? Да, блин, у меня оно тоже плохое. Ни хрена тут отстроили. Ого. Отгрохали, блядь. О, нет! Так, я пока ничего не могу делать. Не я делаю, это он все делает сам. Ясно, здесь не выбраться. Да суки, как же у меня затрахали, а? Где эта тварь, блядь? А, мне куда вообще? А, понял. Здесь, наверное, надо прыгать, да? Блин, как тут опасно ходить. Прыгнуть нужно или так можно? Ого. Что? Ого. А кто здесь зажег огонь, мне интересно? Вараны? Блять, ну пидорас, а.
Ну, людей, как я понимаю, тут нет. Иначе бы меня уже тут давно увидели, услышали бы и начали сейчас орать. Найти его. Убить говнюка, где мое пиво? Так. Вот сюда. И что? Удерживайте для использования. Ну, удерживаю. Часть компаса. Тут все рушится. А, понял. Ну зачем ты обернулся, если тут все рушится? Интересно, да? Уебывай давай быстрее. Так, а сейчас ты мне куда? А, перепрыгнул. Перепрыгнул нахуй. Пытка номер два. Давай. Поторопись, Джейсон. Видишь, что происходит-то, блядь? Так, откуда мне тут надо прыгать? Так, тихо. Вот туда, давай. Я опять не успел. Бля, ребят. Перепрыгнул. Так, ну и что, сейчас опять баг? На мне жучок, дай. Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Так это еще не все, мне еще куда-то идти придется. Ну, я отчаливаю. Удачи. Так. И непонятно, что мне делать дальше, потому что... А, вот мне сюда надо. Опять баг, опять с ним надо разговаривать. Странно, конечно. Почему он сразу... Так, 2000 очков опыта у меня. Так. Опять мы в красивом таком месте заканчиваем. Давайте, наверное, я сделаю небольшой перерыв. Эту серию мы на сегодня закончим. Спасибо. Так, кто-то ездит здесь, тем не менее. Ну, надеюсь, это свои. В
Спасибо всем за просмотр. Если есть желание, напишите что-нибудь в комментариях. Вот. Игра красивая, игра хорошая, игра мне нравится. Иногда, правда, она для меня очень сложная бывает. Вот. Всем хорошего вечера, всем спасибо. Будьте все здоровы и соблюдайте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.